Всем привет! Я Тимур. И сегодня мы будем снимать обзор на два Блейда. Как они называются? Трейк из Прайса. Давай, покажи нам этих Блейдов. Какой тебе больше нравится? Спрайз. Вот. Вот этот вот Блейд с Прайзом. Ну давай и этого Блейда. Эти два Блейда были в первом сезоне. Кому они тоже нравятся, ставьте лайк. Эти два Блейда принадлежали Блейдерам. Этот Волту, а этот Шу. Сейчас мы их покажем. Сейчас мы с ними будем сражаться. Ты каким будешь? Хорошо, тогда я Волтра Яга. Вот мы играем. Давай. 3, 2, 1, 2. Тоже выиграли. Спрайзен летает по краю арены, а Волтра Яг ездит в центре. Давай, Волтра Яг, ты выиграл. Давай, Спрайзен. А еще мы забыли сказать, 3, что 2, 1, они 2. Из одного клуба. Давайте сражайтесь. Сейчас мы уберем арену. Тёма, садись сюда. И сейчас... Тебя не видно. И сейчас мы покажем вот эти вот блейды по частям. Давай, разбирай их. Где справедливо? Давай покажем им энергетический диск. Вы видели вот он такой. Ну, раз они не оригинальные, кстати, я советую покупать неоригинальные блейды. Они стоят мало, хотя очень достойные и хорошие блейды, ими сражаться очень хорошо. Угу. Праздник хороший. Он уже пережил много. Победил многих соперников. Это мой блейд. Следующая. Бронька. Вот это у нас... Мы их броньками называем, но вообще это как его там? Силовой энергетический слой. Энергетический слой, но мы его бронькой называем. Вот такой. Кстати, напишите в комментариях, что означают вот эти вот буквы, какие вот тут вот.
на краях. Обычно здесь цифры, какие означают вес брони. Вот тут Бен написано. Тёма там наконечником играется. Ну а такая вот броня с шипами. Мне нравится. А еще посмотрите, дорогие зрители. Вот эти крючки, это означает звезды. А, да, здесь там... вот есть звездочки. Да, и здесь. И здесь. 4 звездочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Где? Тут только 4 звезды. Вот если вы видите, то вот такие звездочки. Наше видео чуть-чуть прервалось, потому что у меня тут памяти не хватало. Так вот. Броня справедлива. Она 4 звездочки. Что ты так смотришь? Не улыбаешься, грустный такой. На броньку смотрит. Вот она такая. Она очень такая вот защитная. Кстати, эти дробные полтроек типа атака. Ты что там, наконечники крутишь? Ладно, а с прайзом типа вот этот, балансирующий. Я вам сейчас покажу, как отличить балансирующий, защитный. Ну, балансирующий и защитный, потому что других блейдов пока видео нет. Вот, атаковальные блейды, они такие острые и несимметричные, с большими шипами. Вот этот блейд, вы видите, что несимметричный, тут 3 шипа, они... Ну, короче, вы поняли. А балансирующий, он наполовину защитный, то есть ровненький такой, вот видите? И наполовину атаковальный, вот с шипами. Такой вот он. Балансир. Да, на следующее, наконечники. Вот это наконечник ультра. Ну, конечно, в мультике он не такой. Вот он. А, кстати, если у вас есть вот такой наконечник, то советую вам им играться. Он прикольно крутится. Он очень долго держится. Да. Вот наконечник ультра-ега, видите, он такой красивенький. Ну, хороший, короче. Следующий, давай, на, этого крути. Где, ну? Вот. А у ультра-ега наконечник. Он уже вот тут стерся, но я сейчас. Секундочку, подождите. Посмотрите, как Тёма в наконечнике играет. Ага. Крутится наконечник. Тебя еще не видно. Вот, все. А я просто вот так вот как-то криво. Сейчас покажу. Вот. Видно? Вот еще. Тёма, его не видно. Хорошо. Ладно, вот я и вернулся. Давай, нет. Вот наконечник. О, он крутится там. Да. Вот еще беленький спрайзеновский наконечник. Вот, смотрите, видели наконечник с Резина? Он вот тут стертый сверху. У нас есть беленький, не стертый. Вот, видели, у него должна быть вот такая вот пимпочка сверху. Вот, видите? Посмотрите вниз, вон как беленький, видали, как там крутили. Подожди, я резко сниму. О, все, видно хорошо, давай. Там спрайзен лежит в ультрае. Видали? У нас, по-моему, видео про Блейды, а мы тут наконечниками играемся. Видали? Видали, как крутится? Короче, тут что-то аномалия наконечника. Наконечника апокалипсиса. Ладно. Ладно, ну все, Тёма, давай, собирай Блейды. И что сделаем? Ну так что мы скажем? Всем пока. Угу. Всем пока. Напишите в комментариях, какой бы вы хотели Блейда. Ну, если бы, ну, если у нас будет этот Блейд, который не хочется, то бери его. То мы его покажем на видео следующем. Ну, давайте прощаться. Мама, раскройся, расстегнись. Мама, мы время тратим. Все, все. Так, ну, всем удачи, всем пока. Пока.